Многие звезды, которые были участниками голой вечеринки, устроенной Анастасией Ивлеевой в ночном клубе «Мутабор» в Москве 21 декабря, понесли финансовые потери. Больше всего последствия участия в скандальном мероприятии сказались на Филиппе Киркорове. После отмены корпоративов его денежные потери оцениваются в 50 миллионов рублей. Сумма указана без учета двух концертов, на которых певец мог заработать около 20 миллионов рублей. Выступления еще одной участницы «Голых посиделок» Лолиты Милявской тоже были отменены. Речь идет о концертном туре, запланированном на начало года. Певицу также не пригласили выступить на частных мероприятиях, каждое из которых могло обогатить ее на 4 миллиона рублей. В общей сложности Лолита потеряла не менее 43 миллионов. Но Милявская могла рассчитывать на заработок в размере 170 миллионов. Не в лучшем положении оказалась и организатор вечеринки, блогер Анастасия Ивлеева, от услуг которой отказались заказчики. Отмена корпоративов привела к тому, что блогерша не стала богаче на сумму в 25 миллионов рублей. Кроме того, налоговая служба заинтересовалась Ивлеевой, а суд оштрафовал ее на 100 тысяч рублей. За веселье в ночном клубе поплатилась и Ксения Собчак, которая лишилась новогодних корпоративов.